всем привет! Вы на канале Play Sport. Сегодня у меня для вас интересная подборка прыжков. Мы продолжаем смотреть лучшие прыжки с метровой платформы с чемпионата, проходившего в Риме в 2022 году. Сегодня рассмотрим таких прыгунь, как Эмма Гульстранг, Скарлетт Мью Джейсон и Мадлен Кокос. Ну что, поехали? И первая готовится выполнять свой прыжок Мадлен Кокос. По коэффициенту прыжок не самый сложный, 2,4 всего. Выполняет задние стойки 1,5 оборота вперед, сложившись. Посмотрите, в какой хорошей физической форме сейчас находится Мадлен. Да, хорошо. По прыжку очень хорошо выполнила Кокос прыжок. Только немного вошла в воду под неправильным углом и образовала, как видим, брызги, и не смогла их погасить. По оценкам Мадлен получает 49,20 балла. И первый прыжок мы посмотрим датской спортсменки Лауры Валор. Хоть она и юная спортсменка, но довольно уверенно держится на этом чемпионате. Прыжок она выполнила хорошо, все элементы выполнила чисто. Единственное, что вход в воду был немного грязный, не смогла погасить и забрать с собой брызги. Из-за этого она получает 45,06 балла. Второй прыжок выполняет Мишель Хемберг. Мишель входит в основной состав швейцарской сборной. Выполняет она задние стенки, один оборот вперед, сложившись. Прыжок она выполнила отлично. По баллам она получит выше, чем Лаура. Вот если бы она смогла выполнить чисто вход в воду, то получила бы намного выше балл. По оценкам получает за этот прыжок 50,40 балла. А мы смотрим заключительный прыжок, и выполнять его будет Эмма Гульстранг. Очень люблю наблюдать за этой спортсменкой. Всегда собрана, спокойно выглядит Эмма. Долго видим, что настраивается. Делает толчок и прыжок отлично. Умница Эмма, все чисто сделала. Прекрасный вход в воду, погасила брызги. И получает Гульстранг за этот прыжок 48,60 балла. Ну а если вам понравилось наше видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и пишите, какой вам больше всего понравился прыжок. Всем пока!